Здравствуйте, меня зовут Дыняк Екатерина, мастер спорта международного класса. Родом я из Казахстана, но сама из Кемеровской области, город Междуреченск. Скажите, пожалуйста, вот что бы вы ответили тем, кто утверждает, что бокс – это не для женщин, а вообще не женский вид спорта? Ну, у бокса нет пола, и спорт должен быть обобщенный. В плане не мужской, не женский, а общий. Как целое что-то должно быть. Вы наверняка много путешествуете, ну, в силу, так сказать, необходимости своей профессии. В какой бы стране вам хотелось побывать? Не в стране, даже в городе, в Калининграде. Я просто в прошлом году была в этом городе и безумно влюбилась. Я в скольких странах была, в городах. И вот именно там сердце мое осталось до сих пор там. Я хочу до сих пор туда вернуться. Атмосфера сама эта. Хочу в Финляндию, Латвию, куда-нибудь туда, где холодно, море и ветер вот этот.